Здоровое поколение выбирает спорт. В этом году областной форум для молодежи проходит в пятый раз. В спортивном центре собралась 1000 учащихся из школ всех районов региона. Форум этого года посвящен Олимпийским играм в Сочи. Поэтому для начала импровизированная эстафета. Сбивая друг друга, школьники на роликовых коньках стараются загнать шарик, который символизирует олимпийское пламя. Мне нравится, что к этому фестивалю привлекают очень много народу. То есть не только ивановские школы, лицеи, там, учреждения учебные, но и из других городов, областей приезжают к нам. Конечно же, большая часть молодежи в наше время занимается спортом. В нашей школе, допустим, все занимаются спортом, курящих все меньше и меньше. Девиз форума этого года – «Будь здоровым и дружи со спортом до 100 лет». Как это делать, молодежи должны продемонстрировать специальные гости мероприятия. И нам очень приятно, что ветераны ивановского спорта, наше зрелое поколение ивановских жителей, которые выбирают спорт и здоровый образ жизни, сегодня вместе с детьми выйдут на все спортивные и творческие площадки. Команда эстетической гимнастики «Миледи» уже больше 10 лет. Выступает на российских и международных соревнованиях. Ее участницы уже пенсионерки, но свою жизнь без спорта не представляют. Фаине Алферовне сегодня 78. День рождения она решила отмечать здесь. Спорт – это жизнь, не зря говорится. Спорт – это жизнь. И чем больше человек в движении, тем лучше у него жизненный тонус. Ну, это, во-первых, самый правильный образ жизни, направленный на здоровье, направленный на правильное восприятие жизни. Здоровое поколение – сытое поколение, поэтому на дегустации бабушкины рецепты – ажиотаж. Школьники курсируют от стенда к стенду, расхватывают пирожки, пьют соки. Педагоги уверены – натуральные продукты вкуснее и полезнее чипсов и газировки. Ребята на уроках труда выпекали эти изделия. А еще мы представляем натуральные продукты, которые произрастают, ягоды, которые произрастают на территории нашего района. Это брусника, малина, вишня, клюква. Сегодня ребята показали, насколько важен для них спорт, как они любят активно проводить свободное время. Удалось и наладить мостик между поколениями. Молодые волейболистки вызвали на спортивный поединок команду «Одуванчики». Победила дружба. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.